Всем привет! Сейчас мы будем с Козючкой запускать воздушных змеев. Прямо дома. Не будем, выходя на улицу. И так дома тоже хорошо. Давай-ка сейчас запустим воздушных змеев. Ну, давай! Вот, какие у меня есть. Сейчас тебе покажу. Вот, один с Микки Маусом. Видите, тут нарисован Микки Маус, а наверху сердечко. Это какой-то плюсик, и вот еще сердечко. А тут написано Маус. Оусе написано еще. Тут тоже написано Маус. А поверху сердечко. Тут написано Микки Маус и Минни Маус. Это девочка, а это на самом деле Микки Маус. Потому что тут нет на голове сердечка, оно вот тут. Сейчас будет следующий змей. Но он же без Микки Мауса. Он будет какой-то другой. Это разноцветный воздушный змей. Надо сделать вот так вот. Я не знаю, как делать. Вот какой он. Ну, он немножко смялся. Ну, я тут даже так какашку себе нарисовал. Ну, то есть, смываемый фломастер. Это какой-то светло-салатовый. Это голубой какой-то. Это какой-то оранжевый светлый. Бледный цвет. Это коричневый. Какой-то светло-розовый. Это темно-зеленый. Это какой-то темно-розовый почти. Это черный, это какой-то коричневый, непонятно, что это такое за цвет. Да, бордовый тоже, что ли. Это розовый. Это фиолетовый, это синий, это голубой. Это зеленый, это желтый, это оранжевый, а вот это тут красный. А сзади ничего нету, как и Микки Маус. Какой сначала будем запускать воздушный змей? С Микки Маусом или красноцветный? С Микки Маусом. С Микки Маусом. Хорошо, давай. Ой, упал. Вот запускаем воздушный змей дома. Вы видите, что он не крутится, не вертится, потому что мы дома, а не на улице. Он сейчас... Ой! Он упал. Я сейчас подниму. Вот, мы запускаем воздушный змей, но не получается у нас. Вы не видите, как он там... Это не видите, что ли? Он не запускается, вообще ничего не делает. Ни воздуха, ни... Вообще это никакой не воздух, а какой-то непонятно что ли. А это у нас тут храм. Ну, вообще не запускается, как бы. Ну, вообще не запускается этот с Микки Маусом. Тут сердечко, Маус написано. Вообще ничего он не делает. Вообще он ничего не делает. Ни воздуха у него, он не чувствует. Если бы мы вышли на улицу, он бы чувствовал воздух, а он на самом деле не чувствует. Придется его это шатать, вертить. Вот тут будет. Проверим, как будет разноцветный. Ты точно хочешь разноцветный? Нет, я еще хочу с Микки Маусом. Ну ладно, давай с Микки Маусом. Он же вообще не шатается, не крутится, не вертится. Вообще же он ничего не делает. Ты что, думаешь, что он сначала не завертится, а теперь завертится? Нетушки, давай-ка уже разноцветный. Ну ладно, я и на разноцветный согласна. Вот и хорошо. Тут у меня кротик перебежал. Ну и вот, я же говорил, разноцветный тоже не крутится, как Микки Маус. Он тоже вообще не крутится, ни воздуха, ничего, ни неба. Вообще даже нитки нету. Мы же дома. И вообще нет никакой нитки, Козючка.
Что? Совсем? Вообще они не запускаются и вообще как-то не крутятся, не шатаются, а они на самом деле на улице шатаются. Ладно, пойдем на улицу. Если не пойдем на улицу, мы вообще не будем там запускать воздушные змейки. Почему ты там говоришь? Там. Не там я ловлю, а тут. Вообще, мы не будем запускать воздушные змейки, если опять тут будем запускать. И только мы вообще не пойдем на улицу. Хорошо? Ну хорошо, пойдем на улицу. Вот и хорошо. Мы шли очень долго, потому что мы жили в четвертом. Ну вот, козючка, мы и на улице. Вот какая улица, смотри, заборчик. Эх, жалко, что кролик опять сюда прижал. Да? Мы с собой два воздушных змея перенесли на вот такой вот большой столик. Тут калавидора что-то стоит, вообще непонятно, зачем она. А тут можно покушать еще и конфетку. Хочешь конфетку? Нет, спасибо, я наелась кашей. Вот хорошо, я тоже наелся печеньками. Не будем есть конфету. Кто захочет конфету, тогда и будем есть. Понятно? Ну, понятно. Сначала я буду запускать воздушный змей разного цвета. Я сам решаю, какой я хочу воздушный змей. О, он тут шатается, потому что и воздух есть, и свежий воздух. Он очень свежий, и тут он крутится, потому что дома он нарушился вообще. И дома он нарушен вообще-то с правилами, потому что он не запускается. Дома никак его не запустить, потому что он там не будет шататься. Ой, он дальше улетел. А ну-ка, я тебя уже поймал. Какой хочешь теперь? А теперь я хочу с Микки Маусом. Хватит разноцветно запускать. Ну ладно, ладно, давай с Микки Маусом. О, он тоже крутится. Очень красивый. Очень красиво. Ай, опять убежал. Как и разноцветный. Ну что, хватит запускать воздушный змей? Давай разноцветный. Ты уже переснула со своими воздушными змеями. Ладно, буду запускать воздушный змей разноцветный. О, крутится. Ну все, теперь на точно давай пойдем домой из этого. Ой, из этой улицы. Все. Очень долго шли из моря. Там лежал столик, и мы же шли в четвертый. Ну вот мы и в четвертом. Хорошо, что мы воздушные змеи забрали. И сюда кролик не бежал опять. Хоть бы он там погудел, нам бы его дали. А сейчас он меня опять тут прибежал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Там будет внизу красная кнопка. Подпишитесь обязательно, чтобы вы стали нашим подписчиком. Да, тут будут выходить ролики, которых нет на канале Ёжики ТВ. Да!